время закончится. Не удивляйтесь, все так и будет даже 31 декабря в 12 часов ночи. У нас будут съемка, монтаж, озвучка, сбивка и многое-многое другое. Кстати, Дедушка Мороз, да. Как вы думаете, а что нас ждет в будущем году? Ну а что вас ждет? Съемка, монтаж, озвучка, эфир. Что вас может ждать? Вы уверены, что настало время снять маску? Я к такому выводу пришла еще год тому назад. Но прежде чем мы ее снимем, скажи, что с тобой произошло год назад, и ты появилась здесь? Вы знаете, как я уже неоднократно говорила, когда я впервые увидела телевизор, я поняла, что это мое, и что я должна работать на телевидении. А теперь мы снимаем маску и показываем нашим зрителям очаровательную женщину. Это Алия Буриева, главный выпускающий редактор казахской редакции. Алия, за этот год казахская редакция телекомпании «Атрар» сделала огромный качественный скачок вперед. И, к счастью, говорить про нашу телекомпанию, как говорят про многие телекомпании Казахстана, что там качество казахскоязычных программ уступает русскоязычным или еще что-то, нельзя. Благодаря чему все это достигнуто? Ну, в первую очередь, наверное, благодаря нашим стараниям. Мы, у нас в редакции работает всего 4 человека, и мы стараемся каждый день делать наши передачи, наши новостные блоки интересными, в первую очередь заинтересовать зрителей. У нас появились такие же недельные передачи, как «Апталык», «Спортзал», «Шашу», музыкальные передачи. Чтобы эти наши передачи выходили регулярно и были любимыми нашими телезрителями, мы вкладываем буквально все. В первую очередь свое умение, свое знание, добываем информации и делаем все, чтобы заинтересовать нашего телезрителя. Алдымыздағы барыс жылында қазақ редакциясы алға қойған ең басты мақсаты – барыстай айбыны да әділ тілшілердің қатарына қосылу. Ол үшін саналы да сапалы білім керек. Жақында осы ниетпен қазақ бөлімі журналистер мен операторлары Сорыс Қазақстан қорының қолдауымен американдық әдіс бойынша жүргізілген әдістемелік семинарда болып қайтқан еді. Ләйім осындай демеушілер көбейсе, құбақ болар еді. Себебі айналдырған санаулы журналистерге кең байтақ көп ұлтты оңтүстік өңірінен лауазымды ағайындарымыздың арасынан демеуші, қолдаушы табылар деген үміт бар. Ал бағдарламамызды кеңейту, көбейту ол біздің басты мақсатымыз. Қымбатты көрермендер, туған туыстар, ағайын бауырлар. Міне есігімізден бүгінде қаққалы тұрған 1998 жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл жыл жалпы баршылы деп аталады. Баршылы бәрімізге де оңай тимесі рас. Алла дегенменен біз тек қана батылдықпенен табандыққа өзіміздің қайраттылығымызды көрсетіп, барлық өмірдің тауқыметіне шыдай білгеніміз жөн, сонда ғана жеңе білеміз. Ендеше жаңа жыл мерекелеріңіз тағы да айтарым құтты болсын. Отбасыларыңызға береке, қуаныш тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрдайым ойнап күліп отбасыларыңызда қуанышқа кенеле беріңіздер. Кстати, нельзя забывать и о рекламе. Татьяна, работы у тебя немало, но придется прерваться. Что это за новые прибамбасы появились в нашем рекламном эфире? Ну, мы все больше и больше думаем о том, чтобы нашим рекламодателям становилось все больше, более интересно работать с нами, чтобы мы могли охватить всех наших бизнесменов, которые работают в нашем городе, маленьких, больших, крупных и не очень. Вот. Мы запустили сейчас такой проект, как телемагазин, вот, в котором мы размещаем рекламу всех магазинов нашего города. Мы ждем вас. И мы запускаем сейчас такую новую тоже штуку, как «Бегущая строка». Вот. Там мы размещаем в основном, стараемся, по крайней мере, рекламу частных лиц. То есть о продаже квартир и так далее. Это очень эффективно, поэтому тоже, пожалуйста, мы вас ждем с нетерпением. Раньше, что греха таить, мы делали рекламу довольно-таки кустарную, но в этом году ты оказалась первой, наверное, среди чимкенских телевизионщиков, кто побывал на семинаре. И теперь можно сказать, что у нас профессионалы делают рекламу? Ну, во-первых, я не первая. Вот. И, конечно, сказать так вот сразу, что профессионала нет, мы стараемся, мы растем, мы учимся дальше, потому что это непочатый край, мы только начинаем, мы сейчас работаем над собой, над своей рекламой. Думаю, что мы достигнем профессионального уровня. В новом 98-м году? Да. Ну, а пожелания нашим рекламодателям есть? Ну, успехов в бизнесе, побольше денег, и чтобы они побольше денег выделяли на рекламу. А выделенные на рекламу деньги принесут большую? Прибыль.
Правильно. Наша нынешняя передача новогодняя, а потому рассказ о нелегкой жизни работников телевидения перемежается с нашими же поздравлениями нашим зрителям. Дорогие друзья, сегодня все обременены тем, что за год наступает. Говорят, год тигра. Говорят, он наступит в феврале. Говорят, что знаки зодиака – это очень важно. Ну, а я хочу сказать, вопреки всем астрологическим прогнозам, будьте счастливы. И если вы сами не позаботитесь о своем счастье, никто вам его не доставит. Счастья вам, дорогие чемпионцы. И журналисты у нас на телекомпании талантливые, и реклама профессиональная. Но все это невозможно без техники. Техническому директору всегда достаются примерно одни и те же вопросы, так уж, в общем-то, получается. Но вот в течение 97-го года, вот как мне кажется, мы стали вещать заметно лучше, и зрителей поэтому прибавилось. Что нас ждет в 98-м году? В 98-м году нас ждет новый качественный скачок в зоне, так сказать, охвата нашего зрителя, поскольку мы планируем в ближайшие 10 дней поставить новый передатчик, поставить модифицированную антенну, поэтому зона приема возрастет приблизительно в 2 раза. Что это значит? Это значит, все чемкенцы смогут нас видеть? Ну, я уверен, что все чемкенцы сейчас нас могут видеть. Я просто уверен в этом. Другой разговор, что у нас сложилось еще с тех времен, когда была сплавая техника, впечатление у всех, что караван теперь от РАР показывает плохо и нет смысла его смотреть. Имея соответствующую антенну, соответствующую, так сказать, соответствующее желание, нас можно принять в любом, так сказать, в любом участке нашего города. По поводу этих самых антенн, очень многие обращаются к журналистам, поскольку, как правило, мы больше общаемся с нашими потенциальными зрителями. И мы зачастую не знаем, что же людям посоветовать, какие же нужны вообще-то антенны. Ну, как писала Елисеева в своей газете один раз, что идеальных антенн вообще-то не существует. Вообще нет универсальных антенн. Если на базаре продают вам антенну, говорят, что вот, все, вы ее покупаете, смотрите все программы подряд, это некорректно. Такого не бывает. Есть антенны, которые могут работать в определенном диапазоне, поскольку телевизионный диапазон имеет очень такой большой спектр, и мы находимся на краю этого спектра, то есть определенные нюансы. Кроме того, что мы находимся на краю спектра, мы еще находимся совершенно в другой стороне телецентра. Поэтому, чтобы принимать нас, обязательно нужна отдельная дециметровая антенна. И никакие все волновые антенны для приема наших программ в принципе не годятся. Ну и пожелания новогодние нашим зрителям. Смотреть наш канал. Смотреть, потому что я считаю, что на данный момент наши передачи, ну, выходит даже, можно сказать, на уровень ОРТ по занимательности, по насыщенности. Поэтому единственное пожелание – ловить нас и смотреть. Говорят, что жизнь состоит из полос. Полоса белая, полоса черная. Тигр – существо полосатое. Так вот, я желаю, чтобы у всех у нас и у вас тоже в этом году были только белые и желтые, золотые полоски. С Новым годом, с новым счастьем! Как бы мы ни радовались на нашей телекомпании, но последнее слово всегда, конечно же, за президентом. Что думает президент о жизни в прошлом году и о жизни нашей будущей? Полина Куприяновна, мы, конечно, сами себя очень любим хвалить. И вот мне лично кажется, что мы жутко выросли профессионально за этот год. Вы, как президент и самый строгий цензор, может быть, меня в чем-то поправите или согласите? Ну, я думаю, что, конечно, достижения определенные у нас есть. И приятно вспомнить, что год для нас прошел, ну, не просто так вот с нулевым ростом, а прошел с тем, что вчера за столом мы подводили итоги. И думаю, что тут не только похвалили друг друга, а просто и критически подошли к себе, и объективно. Первое. Давайте вспомним, сколько же мы выдаем сейчас новостей. Аж целых 6 блоков. Разве это не рост? Тот, кто работает на телевидении, понимает, что такое сделать новости и обновлять их через каждые 4 часа. Это при нашем, в общем-то, городе, при нашей студии. Это вот первое достижение, которое я хочу отметить. Второе достижение – это то, что у нас появились авторские передачи. Они и раньше были, но они сейчас имеют своего режиссера. И сразу же
передачи эти стали отличаться от всего остального, от информационных программ. Мы как бы раньше, наверное, авансом их называли авторскими, то сейчас у нас есть авторские передачи. А разве не достижение, что уже наши авторские передачи как бы стали спонсироваться? Они имеют определенный рейтинг у зрителя, и рекламодатели, тот, кто спонсирует, знает о том, что это оправдается рост. Ну и третье достижение у нас — молодая семья. Это сколько мы работали на канале вместе. Мы выдавали на сторону наших девушек, потом мы женили наших мальчиков. А в этом году у нас впервые наша молодая семья — Гульжахан и Марат. Прекрасно. Я их просто рада, что у нас семья. Глядишь, будет уже ребенок на следующий год. Но еще достижение — Наташа Петякшева. Мне вот особенно хочется сказать, что мы вырастили человека, который сразу же был принят на Хабары, и она сейчас там работает в своей программе. Это тоже приятно, это тоже достижение. В нынешнем году в связи вот с тендером много телекомпаний в Казахстане закрылось. Бывший «Караван», нынешний «Атрар», выжил. Нас почему-то принято считать, ну, в народе, во всяком случае, очень богатыми людьми, и зачастую удивляются, почему-то у журналиста, скажем, нет своей машины. Как мы вообще сейчас выживаем? Трудно мы выживаем. Ну, я думаю, что нам бедности своей чего стесняться. Хвалиться, правда, тоже нечем. Зрители уже знают, что мы платим 96 тысяч долларов. Мы взяли кредит, а на это 10%. Спасибо, что дали кредит, поверили. Кредит, и мы заложили все свое имущество, заложили квартиры. Кредит, чудо собой, что у нас есть какое-то мнение приватного техники, ну, если на златах. А в машинах не ездим. У нас это особая машина, пирожковоз, страх, который в всем городе, водитель, который всем нанимаем за зарплату, работать с нами было ночью. Нет, выжить еще нужно было сохранить дух и вырасти ступеньку в этом году профессионально. И вот, вот это вот второе, мне кажется, нам удалось. Ну и что президент, мама нашей телекомпании, единственного независимый, хотела сам себе желать в новогоднюю ночь. 12 часов ночи. Я уже сказала, да, и была вылетена фраза. Мы были. Я думаю, это должно зайти на камень. Мы боролись, называется. Поэтому хочу задать это желание. Дорогие чимкенцы, дорогие земляки, в 1961 году я родился в этом городе. И живу в нем всю свою сознательную жизнь. Наш город – прекрасный город. И хотелось бы пожелать нам всем, чтобы в новом году наш город стал еще лучше, чтобы слава Чимкента никогда не меркла. Ей-богу, все идет к лучшему. Конечно, многие скажут, что времена нынче тяжелые и не до хорошего, и не до праздников, но для праздника в душе у каждого из нас есть место всегда. Главное — сохранить свою любовь, сохранить своих друзей, любить эту землю. И давайте каждый из нас на своем месте хоть что-то сделать для того, чтобы она стала еще прекраснее. Тогда и все мы будем счастливы. Счастья нам всем в новом году, дорогие чимкенцы. Мне бы хотелось, чтобы в этом новом 1998 году наши родители были здоровы, а наши дети побольше времени проводили вместе с нами. Я желаю всем вам счастья и удачи. С Новым годом! Что бы вы хотели пожелать телекомпании «Урар» в новом году? Желаю всего самого хорошего, самого наилучшего. Чего бы себе пожелал? Что хотели пожелать телекомпании «Отырар» в новом году? Ну, я бы хотел пожелать, чтобы она продолжала свою успешную работу. Всем счастья, работающим в телекомпании. Ну и успехов в работе. У меня к вам один вопрос. Так. Что бы вы пожелали нашей телекомпании «Отырар» в новом году? Счастья, здоровья, так же держать, как вы до сих пор держите. С Новым годом! Что бы вы пожелали телекомпании «Отырар» в новом году? Ну, я бы пожелала вам удачи в новом году.